Турбина все полностью готова к работе. Мы предварительно проверили все параметры. Это где первая турбина? Сенсорным нажатием тепломат пальцев Елабуга достигла баланса выработки тепловой и электрической энергии. По прогнозам, это тактическая игра и защита от роста тарифов в будущем. Эта установка в дополнение к существующей котельной обеспечит теплом и электроэнергией весь город. За счет того, что здесь более современное оборудование, комбинированная выработка электрической и тепловой энергии, получается стоимость тепловой энергии, скажем так, немножко пониже, это поможет сдержать тарифы, рост тарифов. Работа над снижением себестоимости тепловой энергии ведется по всей республике. Летом прошлого года новая газовая турбина была запущена на Казанской ТЭЦ-3. Я думаю, что это в первую очередь зеленый долг должен уходить на эту технологию. Абсолютно. Есть возможность Бугульма, город, сразу можем сказать, значит, такой же возможность может уйти и Заинск, такой же возможность может иметь и Купра, где иметь многоквартирные дома. К тому же разработчики установки обещают исключить возможность резкого отключения электроэнергии, как это было в Елабуге еще в конце января. Страховку от блэкаутов и стагнацию тарифов елабужцы оценили по достоинству. Хотелось бы, чтобы не повышались. Как будет, посмотрим. Кому же не радостно, когда цена не поднимается? Эта новость всем будет положительная, тарифы не будут подниматься. Кто откажется от такой новости? Окупится газотурбинная установка теплоэлектростанция в течение 7 лет. Слават Мухаммадуллин, Шатаюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Елабуга.